продолжаем готовить модель для indirect bonding, то есть непрямая фиксация брекетов. Раньше модель была полностью засвечена, сейчас мы делаем специальную капу. Мы находимся в технической лаборатории, поэтому здесь кипит работа. Специальным материалом мы закрываем все промежутки, все поднутрения. Несколько секунд снова оставляем light box. В этот момент мы готовим все для того, чтобы изготовить капы. Капы мы делаем двухслойную, с мягкой и твердой двопластика. Сейчас мы увидим. Специальный спрей изоляционный, силиконовый. На видео, может быть, не видно, какая капка. Еще несколько секунд, и пластик будет готов для первого слоя. Обычно в технической лаборатории у нас играет музыка, но для того, чтобы записать видео, сейчас практически тишина. Это сигнал для нас. Нужно подождать некоторое время для отжатия модели и для того, чтобы упала температура и давление. У нас очень замечательный Оливер. Он любит рассказать нам, как изготавливать аппараты. Всегда делится своими секретами.